вчера в результате сначала дождя, а потом мокрого снега произошло налипание этого снега на провода, на конструкции, на деревья. Повалено очень много деревьев и повреждены некоторое количество линий электропередач. Значит, до 17 часов вчера были включены все линии 6 кВт, их было у нас 7 штук. И продолжились до темноты, и ночью бригады работали по линиям 0,4 кВт. Вот здесь у нас в районе 5 километра отключена линия 6 кВт частично. Участок линии мы включили, а второй участок линии там не смогли добраться. Кременерго нам направила из других подразделений мощную технику вот, на базе КамАЗа, вездехода, трехмостового. И сегодня в течение, не знаю, пару часов, и эта неисправность, которая здесь, была отключена. Потребители, которые от этой линии запитаны на дизель-генераторах, то есть они без электроэнергии это время не находились.